Если вы еще не представители прессы, возникли вопросы к вам, в частности, если вы будете их задавать, конечно, да, значит, смотрите, вот вопрос, который интересует, каковы условия содержания вас, естественно, на условия, наверное, представитель прессы задать вопрос через адвоката. Тому уровню, который данный следственный изолятор может, в принципе, обеспечить. Вот, к сожалению, он у нас очень старой постройки. Вот, и, на мой взгляд, конечно, условия содержания вообще не меня, а вообще всех людей, кто там содержится, они не соответствуют, ну, вообще 21 веку. Вот, и тем возможностям, которые наша страна может для людей создать вообще в любом месте, где бы они ни находились. Я их не считаю гуманным и приемлемым. Выход проходи, пожалуйста. Запрещено, да? Ну, конечно, запрещено. Ну, тогда сейчас